Золотые кровати для МВД, представительские автомобили для пенсионного фонда, косметика для ФСО, бильярд для сотрудников Минюста. Это не наша фантазия. Это настоящие госзакупки, на которые уходят миллионы рублей. Так на что же тратятся бюджетные деньги? Имеем право знать. Каждую неделю я слежу за обновлениями на официальном сайте и рассказываю о них вам. Госзакупка недели. Обзор самых неожиданных заказов. Каждый четверг в 22:00.